Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Славик Мас, Мистер Жаба, а также наши подписчики. И у нас сегодня будет тачка на прокачку в Брикриксе. Всем привет, друзья! Мы сегодня, друзья, будем ремонтировать и тюнинговать вот такую вот ВАЗ-2107. Да, друзья, самую настоящую семерочку. Окей, друзья, прямо сейчас давайте и начнем. Разбегаемся по гаражам и начинаем тюнить. Все, друзья, много прошло времени, мы только что вместе с нашими подписчиками и с Мишей затюнили наши тачки. Ну и, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. Давайте мы, друзья, начнем с вот этого конца. Вот такую, друзья, тачку построил профлэнкер. Прикольненько. Красиво, кстати, типа. Потом, друзья, просто очумительная тачка от чумного доктора. Друзья, просто какой-то монстр для дерби. Он, друзья, из Жигулей сделал монстр какой-то трак, монстр кар. Потом, друзья, идет моя машина, опять же, колхозный тюнинг, спереди шипы для дерби. Короче, друзья, это у нас, друзья, получается драг рейсинг версия Жигулей. Что-то, друзья, в этом роде. Потом, друзья, Мишина обычная версия. Семерка, ребята, да, друзья, обычная спортивная тачка. Вот такая вот прикольная. Смотри, что сзади написано. Что? Спортивная, но это не точно. А, понятненько, понятненько. Потом у нас, друзья, идет тоже какой-то такой вот монстр-трак, монстр-кар от Неона. Прикольненько, друзья, тоже. Потом тачка от Паути Холла. Это, видимо, какая-то боевая машина специально для дерби. Ну и, друзья, последняя тачка от 4X просто вообще очень, друзья, круто выглядит. Это уже не Жигули, а какой-то просто драгстер. Ну, он, друзья, немножко его не доработал. Тут, видите, небольшие детали поотваливались. Но так, друзья, тачка очень круто выглядит, особенно если ее доработать. Окей, друзья, давайте гоночки. Нормально, нормально выстрелили, смотри. Да, на счет 3 давайте. Раз, давайте. Два, три! Поехали! Нифига себе, мы втопили, конечно. Как так быстро-то, алё? Братан, а чё ты такой быстрый? Давай, давай, машина, полный вперед. Но я, друзья, мою машину больше делал для, как для дерби, хотя, в принципе, и для гонок тоже. Я так неплохо, смотрите, еду. Давай, 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 давай. 200, друзья, километров в час. А как вы так их затюнили, что они так быстро ездят? Я, друзья, получается, приехал вторым. В смысле? Как это, блин? Серьезно, друзья? Да, Миша третьим. Ты меня перегнал. Блин, у меня машина перевернулась. Да. Ну, бывает, бывает, друзья. Давайте еще раз. Видите, просто рандом сейчас какой-то произошел. Кому-то повезло, кому-то нет. Давайте гонки на выбывание. Последние у нас, последние двое. У нас вот, друзья, 4X и кто это на красной машине? Профлэнкер. Все, чуваки, вы выбываете. Все, минус 2. К сожалению. Давайте в ряд. 5 машин в ряд выстраивается. На счет 3. 1, 2, 3.
Поехали. А, я понял, друзья, в чем прикол моей тачки. Я начинаю с очень больших этих скоростей, понял, братан? Да, да, а да. А мне надо постепенно. Из-за того, что ты рядом у меня был, залагали мы. А, бывает, бывает. Мне, друзья, надо постепенно переключать скорости, тогда я смогу просто огромные скорости достигать, вы видите. Давай. Ну, ой-ой-ой-ой-ой! Да. Да, блин, что ты наделал? Меня занесло! Меня просто чувак немножко того затаранил. Давай, давай, тачка, полный вперед. Блин, что вы наделали, блин, нет. Братан, последние двое выбывают, ты понимаешь? Ну да. Это мы с тобой. Серьезно? Да, друзья, подожди, подожди, чувак, блин, да, он заехал за линию. Ты понимаешь, я был бы. А меня чувак вот этот подставил. Да, друзья, наши тачки все выбывают. Офигеть. Блин. Так, это у нас остаются кто? Чумной доктор, Неон и Паутихол. Втроем выстраивайтесь, давайте. Кто сейчас из вас самый-самый последний и предпоследний приедет, тот проиграл. Ну и кто первый, тот, соответственно, победил. Давайте, чуваки, втроем выстраивайтесь. Давайте на счет три. Давайте я, кстати, между ними прямо так вот стану. А, не, их же трое. Так, давайте, на выстрел едете. Раз, два, три, поехали. Так, друзья, смотрим. Впервые мы с Мишей выбыли с гонок, вы понимаете? Ты меня подставил, я был. Ну, братан, меня зеленый этот чувак вот этот затаранил на Жигулях на зеленых. Ой, смотри, как там. Да, это чем мы, друзья, доктор у нас разогнался. Просто капец, конечно, он втапливает. И он от. О, смотри, он сейчас долетит, чисто. Давай, 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 давай. Да, сейчас, друзья, он просто долетит. Чувак, просто переспамься, быстрее, быстрее. Не-не-не, смотри, смотри, все догоняет. Паутихол первый, друзья. Офигеть. Давай, давай. А он тоже перевернулся. Он тоже, друзья, перевернулся. Долетит, не, долетит, не долетел, чуть, прям, друзья, перед хотел, финишем. Нет, обидно. Он в него врезался, он его, друзья, затаранил прямо за финиш. Паутихол, друзья, был первый, второй Чумной доктор, ну и, друзья, третий у нас не он. Получается, Паутихол на вот такой вот просто маленькой какой-то спортивной тачке, которая особо даже и не отличается от оригинала, да, от непеределанной версии, он, друзья, победил. Окей, сейчас у нас, друзья, будет дерби тоже на выбывание. Ну и, друзья, у нас сейчас будет дерби. Получается, мы играем по убыванию. То есть, кто первый умирает, тот, в принципе, выбывает и в следующем раунде не участвует. Так мы, друзья, играем 5 раундов. И в итоге, кто последний останется, тот, друзья, и победил. Че, на счет 3? Да. Раз, раз, два, три, поехали! Так. О, это что? Ох. Спереди, спереди у чувака, смотри, какие-то эти молоты. Что это, друзья? А мне, кстати, друзья, а смотрите, вот такие вот шипы. Откуда появились? В смысле, они и были в гонках, братан, ты чё? О, не он! Нет, да, минус не он! Минус не он! Красавчик! Братан, у тебя тоже. О! Сейчас столкну! Давайте Мишаньку, Мишаньку столкнем! Нет! Нет, 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 нет! Ух, тихо, осторожно! Мишанька, просто на дно. Давай, братан! Блин, да как так держишься? Я думал, что ты сейчас рассыпешься просто. Друзья, просто дичайшее дерби с нашими подписчиками. Нет, 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 нет! Скиньте Славика, давайте, давайте! У, кстати, это кто? У Чумного доктора, друзья, просто нереальная тачка. Нет, все, друзья, минус. Минус слава. А, нет, я застрял, да, друзья, я минус. Минус слава. Ну, братан, ты тоже минус, да? А, нет, ты еще едешь. Или ты плохо лучше едешь? Лучше скинь вон поутихай. Не, давай, нет, не, не подсказывай, доктор, давай, скидывай кого хочешь. Все, красавчик. Ай, мне скинули, ну, у него, друзья, блин, просто жесткая тачка, смотрите. Спереди у него такая вот какая-то штука, специально, чтобы сталкивать. Один на один, один на один они остались. Не, ну это имба, друзья. Чумной доктор выиграл, да. Жестко, друзья, жестко. Реально жестко. Так, получается, кто? Первый не он, друзья, выбыл. Все, не он. Ты не переспавниваешься. Не он. У нас, друзья, остается 5 его участников. Все, готовы? Давайте. Давайте. Раз, два, три. Поехали. На! Ой-ой-ой-ой. Тихо, да чё ж меня? Нет, чуваки, только не меня. Ой, у Миши, друзья, смотрите, просто все минус колеса. Да-да-да, блин, опять. Почему у меня, друзья, минус кабина. Минус. Братан, ты взорвался тоже? Все нет, взорвались. Я не взорвался. А нет, я живу, не братан, я живу. Я загорелся, правда? Все, я друзья. Загорелся. Первый у нас выбыл этот профлэнкер, друзья. Первый выбыл профлэнкер. Да. Он взорвался. А все там разорвались, кроме друзья Паутихола. Все, профлэнкер, ты тоже не участвуешь. Все, минус. Друзья, остается всего 4 участника. Чувствую, друзья, в этом дерби я уж точно не выиграю. Вы видите, что-то очень все как-то жестко. Все, поехали, поехали, поехали. Поехали. Нет, друзья, на Неона я не хочу ехать. А, точнее, Неон-то выбыл. На Чумного доктора. Ой, тихо-тихо, не надо меня-то. Братан, давай тебя вытолкнем. Нет, не-не-не, доктор, спасибо, не надо меня. Давайте все втроем против доктора, реально. Ну какой-то он слишком имбовый. Так как-то нечестно. Он перевернулся. Да что? Нет, 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 чувак. А ну, отстань от меня. Ой, братан. Ой, нет. На. Не надо меня, не пожалуйста, ну пожалуйста, не надо. Но, ой, меня друзья зажали, офигеть. Давайте лучше Славку зажимаем. Меня не надо. Оу, братан, ты все там уже. А, у тебя минус колесо. Ну все, ты по сути выбыл.
Не-не-не-не, я пытаюсь еще жить, понимаешь? Сейчас я сломаю все твои сидушки. Самое главное, братан, сейчас сломаем все сидушки. Либо сидушку сломать. Друзья, не, давайте все, сейчас Мише сидушку. Ну да, все-все-все. Миша, друзья, минус, он выбывает. Остается всего три человека. Ну, братан, это закон джунглей. Сильнейший выживает. Ай, меня сейчас, друзья, тоже загнобили, все, я минус. Все, минус, да. Слава, блин. Одновременно с тобой почти. Ну, друзья, чумной доктор, походу, сейчас выиграет. У него дикая мощная тачка, вы видите, какой-то монстр трак. Он просто мощностью, друзья, смотрите, своим движком берет и сталкивает. Да, он победил. Все, братан, да, получается минус. Мы остаемся, друзья, втроем. Паути Холл, чумной доктор и я. Ну, в принципе, это ж по сути победители в гонках. И вот, как бы, они тоже здесь. Да! Нет, друзья, вы понимаете, мы просто пофиг. Паути Холл, давай вдвоем пока объединимся на время, окей? Давай сначала вот этого огромного просто забьем. Огромного этого мамонта. Да нереально, друзья, вот что он со мной делает? Нет! Нет, 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 чувак, спокойно. Не, я еще живу. Кого же загнобят первее? Давай Паути Холл вместе его гнобим, гнобим, просто с двух сторон. Не, наверное, вы не сможете против него выстоять. Что-то мне так тоже, да, друзья, кажется. Вообще мы не сможем. Но у него дикая тачка, смотрите. Хотя он перевернулся, смотри. На дно. Он нереально тяжелый. Давайте, друзья, у него тачка, видимо, стали. Если вы не сможете, то он переворачивается. Да, блин, у меня минус колеса, что делать? Офигеть, зачем я, друзья, вообще сделал? Все, чувак, можешь перевернуться, на ю. А, они взорвались. Все, друзья, финальный раунд, погнали. Давай, ой, давай, чувак, давай. Готовься просто умереть. На, оу, на. Друзья, у меня вот эти шипы мега жесткие, вы видите. Тут тихо, уже получается спокойно. Скилл решает. Да, друзья, сейчас кто здесь уже выиграет, это зарешает скилл. Ну или просто везение, не знаю. Хотя, кстати, наши машины не такие уж-то одинаковые. Я все-таки, друзья, считаю, моя будет получше. Самое, о, смотрите, я прям сверху, сверху. Но эффективность, у меня тогда, друзья, тачка реально эффективная. Не, чувак, мы сейчас так друг друга, ничего с друг другом не сделаем. Давай, 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 а хотя нет, 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 нет. Минус слава. Да, друзья, я минус. Офигеть, красавчик. Офигеть, красавчик. Да, друзья, к сожалению, в этом испытании ни я, ни Миша не смогли победить. Кстати, получается, победил кто у нас? Паути Холл. Паути Холл, друзья, да, в этой серии он полностью победил. 2-0. Понимаете, 2-0. Это реально, друзья, что-то просто новенькое, чтобы наш подписчик победил. Получается, да, друзья, видимо, его тачка лучше, хотя по внешнему виду такое себе. Пишите вы, друзья, в комментариях. Пацаны, все переспамьтесь, короче, на крыше, все свои тачки. Покажите их все еще раз. Друзья, да, пишите в комментариях, очень... какую вы считаете машину лучше, да, стоит выбрать в качестве победителя по внешнему виду, да. Пишите, друзья, но в комментах. Мне кажется, чумной доктор. Не, да, друзья, тоже так кажется. У чумного доктора вообще топовая прям такая тачка. В принципе, друзья, на этом все. Обязательно пишите в комментариях, как вы считаете, чья машина лучше. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на наши каналы. И всем пока-пока-пока. Пока-пока, ребят.